Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. А вот наш утренник. Красота. Ну это уже такое серьезная подготовка. Сколько людей у нас? Мы здесь как самые поважные гости сидим. Прям по центру. Узнали, это будет, как я и думала, это будет лотерея. Будут вытягивать номер. Можно получить? И да, это программка. Здесь вот написано, наша группа или как банк. Сейчас я прочитаю. Сон Пьем Чук Ха Ян Сан. Я не просто... 선생님들, 죄송한데 빨리 명단 받으시고 교육에 임할 수 있도록 준비 좀 해주세요. 선생님, он радуется. Чему он радуется? Машет кому-то. Тут фотографирует. Очень красиво. Нарядили нас в красивые костюмы. Этот в шоке. Что происходит? In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one horse sleigh. 메리 크리스마스. 한번 같이 인사해 봅시다. 메리 크리스마스. 아, 여러분 옆에 친구들에게 메리 크리스마스. 자, 우리가 성탄 때는 메리 크리스마스라고 인사를 합니다. 행복한, 기쁜. Я, кстати, ни с того ни с чего там разрезала торт всем. Я не знаю почему. Мы выступили, у нас был номер. Такое импровизированное. Там дали обед. А здесь это открытка. Здесь будем писать друг другу пожелания. Очень хорошая организация, мне очень-очень нравится. Премьера.
открытку. Кого самая лучшая открытка? С каждого из группы выбрали по одному человеку и пошли на сцену. Так, вот такой вот подарок подарили. Нам всем. А ну-ка. What's this? USB. Bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Вот и мой подарок. Так. Сейчас мы его откроем. А вот и мой подарок. This is 12 time to go gliding in a one horse sleigh. Поговорим об общем впечатлении. Мне действительно все очень понравилось, так все подготовили. И там и светомузыка, и все хорошая организация. Нас накормили обедом всем, каждому. Вот это нам давали лотерею. И, короче, нас там человек 200 сидело, и все выиграли. И потом еще на выходе раздавали носочки и хотпаки. Это чтобы как не замерзать такие, как наклейки на тело, когда холодно. Вообще, я просто поражена. Не знаю, ну, так подготовилась, так молодцы. Директор такой улыбается, все дела. А у меня, получается, мой номерок, ну, не выигрывает вообще. А там какой-то, видно, учитель выиграл, и он у него собрал, говорит. И директор пошел ко мне, Поле. Я пошла, взяла перчаточки. Мне очень классно, мне все так понравилось. Вообще. Вот носочки, о которых я говорила. И отпак. Миленький такой. Сейчас я распечатаю носочки. Так. Оп. Ой, что-то не распечатала. Так, сейчас посмотрим. Эй. Ничего, посмотрите, какие милые носочки. Вообще очень милейшие.